да. Какой запах, Алисочка, это солярка горит в двигателях. Это военная полиция, машины Зубр называются здесь. Ну такой зверь большой. Это бронетранспортер. Эти машины вообще плавать могут. Видишь, сзади такие трубки с винтами. Это для плавания. Да. А что они не могут ехать? Ну, просто чтобы для скорости. Это зенитно-ракетный комплекс. Называется «Искандер». Это, вот это очень страшное оружие, Алис. Вот то, что везут в трубках вот этих вот. Но против него нету другого варианта отбиться. Это тоже чуть поменьше ракеты. В трубочках ракеты спрятаны. Мам, а Катюша здесь видит? Катюша, вот это больше всего похоже на Катюшу, вот эта вещь. Раньше она была попроще. А Катюша, мам, ну, Катюшу я тебе покажу, Алис. Вот где 4 колесика, называется БТР. Бронетранспортер. Где 3, просто грузовичок. А где вот такой, как? Не знаю, что-то новое. Почему ты сказал, что-то новое? А очень много новой техники, Алис. А где старая? Ну, старая, потому что не может вот так воевать хорошо, как новая. Но самое главное, дочь, это люди. Железка это все равно. Главное, чтобы люди... Мам, смотри, это автобус. Да, обычный автобус. О, это легендарная вещь, Алиса. Это танк Т-80. Или, может быть, Т-82. Очень мощная вещь, страшная. Мам, ты ее снимаешь? Да. А смотри, вот это называется гаубица. Гаубица. Это ракета, это радар. Антенна для того, чтобы определять, с какой стороны подлетают самолеты. Передвижной радар. Да. Да.
да. Ну, сейчас так положено, такая форма. Вон, видишь, рядом с тобой тоже человек в маске находится. Тоже смешно. Ну, правда, женщина. Это же не чума, не холера, так, чтобы трупы... То, чтобы трупы некому убирать на улице было. Зато больше красивых лиц не видим. Все какие-то маски, маски. Так, хорошо. Пока не беру трубку. Молись, так принято. Смотри, видишь, с кинокамеры человек репортаж снимает. Вон черная огромная камера. Это телевидение. Хорошие такие броневички. Я бы такой не против себе один купить. Пап. Ну что, знаешь, как здорово ездить? Пап, это же не продаются. К сожалению, Алиса, не продаются. Все. Вон еще танки едут. Классно! Неужели мы до вечера догонимся? Можем до вечера. Более тяжелые танки, видишь? Сбоку у них ящички, в ящичках специальная защитная броня. Гусеницы режут асфальт. А у них там грунтозацепы такие острые. Это называется не гусеница, это называется траки.